там все одно. А остается вечный что? Душа. Преподобный батюшка Серафим Саровский говорит, что человек подобен как наш свечи. Как свеча должна сгореть, человек должен умереть. А душа его бессмертна. Помечение должно быть больше о душе. Поэтому Бог будет смотреть на душу. Будем надеяться. Я еще не показал, а Бог. Это тоже не пример для подражания. Ну так так. У меня ж нет другого примера для подражания. Кроме Дуличка. У меня много слишком примеров. А выбрать не могу сориентироваться. Вот и получается такая проблема. Вы не можете выбрать примеров. Так готов смотреть много. Кого из них? Так он же не святой отец, он же сам Господь Бог. Как с Бога можно брать пример? Мать же. Он же святой, же без греха. А отцы святые были со грехом. И по 6 раз на один грешили. Вот вы сколько раз не грешили? Я грешу. На сколько раз? Пальцем. Когда он в год. Слава тебе, Господи. Тролик ще тонкий. Була в нас міліція. Зробили з неї менту останню. Понимаєте, чи ні? За розкопи. Не дайте, щоб з вас копняків зробили. Не дайте. Сирота, приклад. І це для всієї поліції майбутньої. З хамами так і треба поступати. Або в нас буде порядок, або не буде порядок. Треба з хамами поступати по законодавству. По законодавству. А не так, як хто хоче, так і робить. Для цього є законодавство. Не більше, не менше. Чогось воно однобоке, це закон. Чого воно однобоке? Так закон передбачає, що застосування зброї, чого не читали? По пасажирам. Да, по пасажирам, да. Читали, звісно. Та ми читали. Для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження. Я зараз розкажу. Кому читаєте? Воно мені треба, щоб суддя розказував, я сам читаю. Без судді. Що може більше дотягнути, ніж суддя? Ну так добре. Я знаю, що добре. На той міліція, щоб... Виконувала свою обов'язку, так може з мальчиками супроводжувати. Чого? Я говорю, немає що з п'яними людьми сідати в машину. Нічого смішного в цьому не бачу, абсолютно. Плакати треба не сміятися. Я согласен, не треба кататися з п'яними людьми поночі. Не согласен? Согласен. Ну, результат... За це не предусмотрена смертна казнь. Ніхто смертну кару не покинеться. Ну так, заїдете після суда, туди, на боярку. Поїздить, по цвіточку хоча б положити. Не заїжджай. Ну не заїжджай. Хай Храпачевський заїжджає. А відповідальність є, коли катається з п'яним? Відповідальність Храпачевського. Да. Храпачевський винен в смерті від цього пасажира. Суд рішить. При чому тут суд? Хто судить? Що це суд рішить? Не я. Хто суд рішить? Так, як сказав власне, так? Так зніміть їх судити. Не пикает, а никуда. Сходи на разведку, спроси, если там место для меня не станет. Что? Я говорю, там есть место куда-то прийти? А Зорян давно у нас в разведке. Зачислен? Приказом. Отдельно. Не можно туда.
Я надеюсь, а кто работодатель, интересно? Вы были в прошлый раз на суде или нет? На всех судах было. Понял. Сейчас, а вот на первом суде вы были, да? Видите, мне близко. Нет, нет, я не просто не понял. Это вы там пытались там провоцировать? Нет, сейчас. Я с кем-то перепутал. Это пытался провоцировать полицейского. Она видела четко не видела. Помню, как она послушная. Замечен не был, скажем так. Что там разведка докладывает? Конечно. Вы уже все? Ну, я одну секундочку, я хочу выйти. Не пусть. Сейчас пойдут люди, у них место забыло. Он там был уже на учете. Но решением суда. Mm-hmm.